В парке имени Льва Толстого прошла уже традиционная развлекательная программа выходного дня «Крутятся диски». Дискотека для поколения 70-х и 80-х каждый раз собирает аншлаг. В этот раз на танцевальной площадке снова было тесно. Химчане услышали свои любимые ретро-шлягеры. Кстати, музыкантам можно сделать заявку на ту или иную композицию. Ее внесут в программу следующего концерта. Все могут прийти потанцевать, все могут даже заказать произведение любимое, бесплатно абсолютно. А на следующую программу ребята могут исполнить ее уже вживую. Хорошо, что это все придумали. Вот очень довольны. Где-то надо время проводить. Все на позитиве. Очень здорово, впечатляет. Музыка хорошая, танцует много народу. Отлично, хорошо. Музыкальная гостиная ждет химчан в следующие выходные.